Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, но видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Правком, и хочу показать в этом видео, как получать баллы для нашей рекламы, чтобы рекламить наши проекты. У меня на балансе 260 рублей, я их сегодня сейчас поставлю на вывод также, и всего заработано уже у меня в проекте 1040 рублей. Чтобы нам можно было рекламить свои проекты, нужно активировать матрицу Bigfoot. Вот. У меня активировано две матрицы. Вот. И нажимаем, переходим в сарафан. Для рекламы здесь предусмотрены баллы. Нужно набрать 15 баллов, тогда мы сможем вот здесь рекламить свои проекты. Сюда вставим описание, реферальную ссылочку, пин-код и отправим. И наши партнеры получат нашу рекламку. Но если ваш лично приглашенные партнеры, то есть рефералы, откажут, то они, ваша реклама пойдет дальше партнерам. Понимаем это, да? Как бы. Значит, смотрите, когда вы активируете площадку Bigfoot, ежедневно, раз в сутки, у вас будет такая вкладочка. 3 балла в сутки дают. Нажимаем «Получить баллы». Баллы получены. И у меня стало 9 баллов. Нажимаем на крестик. Далее что? Здесь настоящие живые люди, живые партнеры. Мне вот прислал партнер вот свою рекламку. Я как бы зашла. Я есть в этом проекте. Я опубликовала также свою ссылочку реферальную, друзья. И посмотрите, 3 человека приняло. И что вы думаете? Это нормальные, настоящие, активные партнеры. Понимаете, они зашли в проект на 8 рублей. Я вот в этом проекте уже заработала с 8 рублей более 300. С 8 рублей. Представляете? У меня есть видео по этому проекту, называется Fastups Club. И здесь нормальные, как бы адекватные рефералы добавляются. Вот это мне нравится. Ну и не забываем вот читать описание, друзья. Обязательно. И все, что написано вот здесь. Не дай бог мы ошибемся, и как бы без возврата у нас рекламка пропадет. Давайте я поставлю на вывод. Баланс. Так, сюда ввожу сумму 260. Сюда вставляю пин-код. Нажимаю выплатить. Так, баланс мой обнулился. Идем на почту. Или мимо почты мне опять пройдет. Так. Надо идти на кошелек, я так понимаю. Payeer, я Payeer не открыл. Ага, мне еще стоит в очереди. Так, что здесь у нас написано? Ничего, давайте перезагрузим. Все выплачено. Может, и не придется идти на почту. Да, вот, видим, да? Все в реальном времени. Я тогда уже не пойду, не буду открывать кошелек. Вот, 257 рублей. 30.04. Перевод выполнен. Правком.ру. Платит, как бы, ну, считай, инстантом. Приглашаю в замечательный проект, где можно неплохо и заработать, и найти как бы активных партнеров, рефералов. У меня в команде всего 200,
2457 рефералов. Лично приглашенных 22. Вот. Есть чат ВКонтакте. Вот сюда нажать, можно присоединиться в чат. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.